Добрый вечер, дорогие друзья. Знаете, у меня, к сожалению, нет возможности давать пресс-конференции для молдавских СМИ. Но я очень надеюсь, что то, что я сейчас скажу, как минимум все здравомыслящие граждане Республики Молдова обратят на это внимание. Я получил документ, о котором я хотел бы вам в двух словах рассказать. Но перед этим я хотел бы начать со следующего. Вы стали свидетелями в 2014 году, как молдавские власти запрещали наши партии, фабриковали уголовные дела по выдуманным тем же рыжим подонкам, Кавкалюком, мотивам, возбудили уголовное дело против меня с Николаем Цеповичем, последним уже по Фейсбуку, по Вайберу. Значит, все телеканалы страны в предвыборную кампанию показывали там видеоролики страшные про усатого автономии, экстремизм, терроризм, там, насилие еще. Вы все были свидетелями всех статей про усатого, про связи с криминальными авторитетами и так далее, и так далее. Из меня сделали кого угодно. Вот я прочитал этот интересный документ. Я не могу вам показать его в камеру, потому что это внутренняя переписка между определенными службами в соседних государствах. Но хочу вам сказать, что сегодня спецслужбы Румынии, Украины обратили внимание на то, что ни одно молдавское СМИ сегодня почему-то не показало. А именно, что под прикрытие одного из молдавских политиков, а конкретно Влада Филата, значит, сегодня был выпущен на свободу вор в законе Петру Гылко, он же Мику. То есть человека просто выпускают. Одно из условий, это Мику у нас уже должен будет с усатым разбираться. Хотел бы сказать Филату, что может выпускать Мику, Пику, Шмику, кого он там считает и кого он хочет. Меня Филат не запугает. Но нормально ли, что в стране, когда растет преступность, когда вы видели этого чебурека, бодруга на пресс-конференциях, этого холеного гламурного речина, который на пресс-конференциях рассказывал о своих достижениях, этот подонок Кавкалюк, на котором негде клейма ставить, который обелечивает сегодня всех бизнесменов в Молдове. Сегодня молдавская полиция молчит, когда сегодня... В тот момент, когда освобожден один из самых кровавых воров в законе в истории Молдавии. Обращаюсь ко всем гражданам Молдовы. У вас украли миллиард долларов в банках. Граждане Молдовы молчат. Они крадут все, что осталось в стране. Граждане Молдовы молчат. Они делают на выборах все, что хотят. Граждане Молдовы опять молчат. Ребят, давайте поднимемся, давайте объединимся. Я прошу всех людей, мадресес тутурур четатенил орден Республика Молдова, вами бунь, ходит су прим дизорден астан, и он целе кастас ченева естин контересатка Республика Молдова садиви и уцару банкрот, ка сыну май плати екзиста, сыну май фию мунстат индепендент. Дунезил не факут он кадоу, o independență, o suveranitate care, în comparație cu alte staturi, Dumnezeu ne-a dat-o și noi nu o păstrăm. Să fură banii, să distrug oamenii, sute de mii de cetățeni pleacă din Republica Moldova, să falsifică alegeri. Toți potlogarii din guvern stau cu ca niște arici. Știți cum? Fură. Și azi mă vedeți că al vostru Vlad Filat, Dumnealui deja de mare nevoie o leac și de crâșă, cum e scris chiar și în document, în înghele mele e scris crâșă criminal. Filat, tebe уже нужна криминальная крыша? Filat, даже криминальная крыша тебе не поможет. Это я тебе гарантирую. Но то, что ты сегодня сделал, что бы ни говорили о Воронине, Воронин осудил его на 2 пожизненных срока. И Филат тихонечко пришел к своей цели сегодня. Ты это хочешь использовать как метод борьбы против усатого.
или против плохотника, который развалит твою партию в ближайшее время. Я уже сегодня там говорил о том, что Юрий Лянг в ближайшее время возглавит одну из молдавских политических партий. Неважно, будет назначен премьером или нет. Но вот этот беспредел, сидят эти ребята. Вы сделали сегодня просто террористов из Амерберга, Григорчука. Взяли у бельского бизнесмена, вскрыли сейф. Ковкалюк про это знает. Все оружие, которое использовали в этих видеороликах. На всех телеканалах это оружие взято из коллекции бизнесмена. Но с МИКу вы перестарались. Вы уволили всех настоящих работников полиции, которые боролись с оргпреступностью. Вы сегодня просто оставили карманных коммерческих полицейских и прокуроров, которые сегодня выполняют ваши указания. Куда сегодня мы идем? Куда катится страна? Вами бон, йо, кутот респекту, кутот драгося, фас иди тос, чата тенди Молдова, дар ворогу симуру лукру. Ходи с лосаной историей, кундиграри европеаны, куни-уни, вамалы, шамади партии. Вами бон, ходи с неламурим, кухоцей, штек ареста, ластас, шпилонга чечи, фуры цара, астас, сау и либерат, шинешти криминаль. И он целек филат ареневой демику, гвадат сам один тру миллиард, где доллар, который суфурат лабем, в удосу демилюане, куда мне жюто рамасла фила. Да помимо бы не остану сам на квыну птец, дормец инкасы, лиништит. Астас требутат цара сэмбли ку армии, к видите ли лумику, ее да друмала либертать. Ходи с термином ку дезорднясты. Его пропон, с организам он, ну что, сфи, пусть это будет общественная организация. Я не хочу сегодня, не призываю вас сегодня вставать там под флаги политической партии, партии Дуностр. Но сегодня давайте все объединимся против этих подонков. Давайте что-то будем делать. Потому что еще чуть-чуть и Молдова перестанет существовать. Или это просто страна вернется в начало 90-х. А они для этого все делают. Очень надеюсь на то, что вы как минимум задумаетесь над тем, что я сказал. Вопрос к молдавскому МВД. Почему вы сегодня не создали пресс-конференцию? Вы могли арестовать на пороге. Причем, я уверен, есть за что. Вы все молчите, потому что вы являетесь подонками. Почему сегодня переписываются спецслужбы Румынии со спецслужбами Украины? Что просим взять на заметку, что вор в законе, Ашану Митхот и Леджи, Ану Наштри, Петру Гылка, Аляс Мику, Афости Либерат, Дежустития, Энгельмели в кавычках, Дерепублика Молдова. И, кстати, тут также пишут в справке о том, что в ближайшие дни там он должен появиться в какой-то там из где-то там, в какой-то клинике, там на Дурке или не знаю где. То есть ему еще должны сделать справку, что у него не все в порядке, для того, чтобы его не могли взять под стражу. Это нормально, куда мы движемся, ребят? Это нужно останавливать. Если мы их остановим, их никто не остановит. Вы смотрите, они делают все, что они хотят. Спасибо.